Резиденты проекта «Стендап» ехали в Краснодар на концерт. Кроме них в машине находились попутчики, которых Маловичка и Зуева нашли с помощью сервиса «Блаблакар». Их тела еще не опознаны. Авария произошла в пятницу 3 мая в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск-Нижневеденеевский. В результате оба автомобиля участника ДТП загорелись. Жертвами стали пассажир Hyundai Accent и три пассажира второго авто. Еще двое, предполагаемый виновник аварии и пассажир Hyundai Verna, были госпитализированы. Как уточняет Кубань-24, ДТП произошло из-за того, что в зоне действия знака «Обгон запрещен» 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent совершил обгон с выездом на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Verna, в котором предположительно находились Маловичка и Зуева. В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта «Стендап» Денис Маловичка и Елена Зуева. Видеоролик опубликован в субботу, 4 мая, в паблике «Типичный Краснодар» во ВКонтакте. На кадрах видны горящие машины, которые ударом отбросило на обочину. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!